Кировская область. Здесь стала традицией проводить зимние состязания на приз имени Степана Халтурина. Флаг соревнований поднят. Непогода и пересеченная местность хорошим спортсменам не помеха. Эх, какая досада, коварным оказался пригорочек. Как обычно, на соревнованиях побеждают сильные, тренированные, выносливые. Первое место заняла кировчанка Муза Апалева. За личное и командное первенство были вручены призы и ценные подарки.